5:25 aydındı. Saat 5:25 dakikada Başkent'in adresine ve Tezabalı Fetay birinci sınırı başlıyorlarına Mescidler Özel İstansı yollarına belirleşen hatlarda temas resmine gerginlik verildi. Kasımova. Диспетчер 28-й маршрут деподан яла дышит. Всегда ценили и уважали электрический транспорт. В 23-м году здесь всего за 8 месяцев построили трамвай. В 26-м пошла первая в СССР электричка. Решение о сооружении бакинского метро было принято еще до войны. Но начать работы стало возможным только в конце 40-х. В 53-м строительство приостановилось и возобновилось лишь через 7 лет. Если попытаться составить список самых трудоемких и сложных видов городского строительства, то рядом с метро и поставить будет нечего. Прокладка тоннелей проходила в сложнейших условиях. В некоторых местах грунтовые воды были настолько пропитаны нефтью, что могли попросту загореться от любой искры. Можно сказать, что бакинский метрополитен был чем-то вроде экспериментального участка. Здесь применялись самые разные методы проходки – кессонной, замороженной, понижающие скважины. Гидрогеологические условия были настолько трудными, что лишь при помощи всех этих способов строительство метро в Баку стало возможным. Два огромных компрессора, стоявшие на Приморском бульваре, подавали в тоннеле воздух. Трудиться приходилось на большой глубине, подъем с которой был сродни подъему водолаза. Работа под давлением требовала герметичности подземелий. Для этого специальные поисковые группы сперва проходили по поверхности, расспрашивая старожилов и разыскивая заброшенные колодцы, которые было необходимо заглушить. Увы, удалось найти не все. И однажды произошел прорыв воздуха. В старом городе была напрочь снесена пристройка, в которой, к счастью, никого не оказалось.
Годами позже жертвой древнего колодца стал цех по производству рахат-лукума Бакинской карамельной фабрики. Работы, проводившиеся под лозунгом «Метро юбилею», были завершены в 1967 году. Метро обкатывалось 20 дней и было торжественно открыто 6 ноября. Газеты называли это событие подарком к 50-летию Великого Октября. До 1991 года в Баку было построено 19 станций и 57 километров подземных путей. Наш древний город нелегко за месяц обойти, но сократит теперь метро все дальние пути. Твой маршрут за 5 минут, бакинцы говорят, меня влюбленные поймут, ведь все они спешат. Начинается метро. С диспетчерской, которая регулирует в подземном царстве все и вся, от поездов и вентиляции до эскалаторов и часов на станции. С депо, откуда выходит на линии большинство синих составов. А может быть, с подстанций, подающих на контактный рельс, те самые 825 вольт постоянного тока, без которых метро никуда. Каждая из служб втайне имеет особое мнение об исключительности своей работы. Но метрополитеновцы хранят эти мысли при себе. Работа есть работа. Метрополитен можно было бы сравнить с огромным механизмом, состоящим из тысяч деталей. Но еще больше подземка напоминает гигантский организм с суточным циклом жизнедеятельности, организм, который питается, работает, иногда болеет, подлечивается, стареет, обновляется. Организм, у которого бывают свои незаметные для посторонних критические периоды, организм с 4000 душ. Вопреки простонародному мнению, в депо поезда не только ночуют, и ночуют не только поезда. Депо вообще аршином общим не измерить, так много здесь всего. В пока единственном депо бакинского метро вагоны проходят профилактический осмотр, ежедневную мойку, если надо, то и ремонт. Надо, увы, бывает часто. Большая часть подвижного состава, именно так официально именуется совокупность всех поездов, здорово состарилась. Многие вагоны бегают по тоннелям исключительно благодаря мастерству деповцев. В каждой работе есть своя красота, в каждой профессии свое искусство. Большую часть оборудования, поезда, запчасти и даже шпалы, бакинское метро закупает у старого поставщика, России. Но кое-какое нестандартное оборудование уже наловчились делать сами. По метрорельсам, которые, кстати, ничем не отличаются от обычных железнодорожных, бегают не только синие вагоны, каким мы все привыкли. Иногда в тоннели въезжают причудливые повозки, именуемые мотодрезинами или мотовозами. По ночам, когда контактный рельс обесточен, на мотовозах едет строительные и ремонтные бригады, развозятся стройматериалы.
Прожив вместе со страной труднейшие годы становления независимости, бакинский метрополитен ухитрился сохранить достоинство солидного предприятия. И о работниках старается заботиться. Заработки в метро невелики, в среднем долларов по 60-70, но столовой кормят сытно, некоторых и бесплатно. На берегу моря есть пансионат. Метрополитен до сих пор ведет жилищное строительство. У нас сегодня не такая высокая зарплата, чтобы сказать, что люди держались за метрополитен, но у нас есть такие льготы, как выслуга лет, у нас есть такие льготы, как премия. Ну, если хорошо работаешь, конечно, получаешь до 75% премии. Все зависит от человека самого. У нас, например, есть льготы почетным железнодорожникам. То, что мы работу любим, нас не интересует, что зарплата какая, или там трудная у нас работа. Мы просто знаем, что мы метрополитен. А метрополитен – это для всего населения. Выход на линию для каждого машиниста начинается медосмотром и проверкой самочувствия. С этим в метро так же строго, как и в авиации. Они же водят поезда, значит, они должны быть здоровы, у них должно быть нормальное давление, и они должны быть трезвыми, потому что они возят народ. Машинист должен быть прежде всего, я тогда немножко отправил, прежде всего он должен быть здоровым человеком. Во-вторых, он должен чувствовать ответственность за свою работу. В-третьих, он должен прекрасно знать веренный ему подвижной состав, для того, чтобы нужно было бы в нужный момент, когда это случается, быть из положения, с тем, чтобы не дать стопору всему движению. Замечено, что машинисты рано седеют. Тому причины и постоянное нервное напряжение, и стрессы, о которых они не очень любят рассказывать. Когда я работал машинистом на станцию УДУС, несчастный случай, в смысле, он бросился под вагон, я применил экстренное торможение, остановил, но пассажир остался жив. Существует специальный профессиональный тост за тех, кто в трубе. Однако популярный народный способ расслабиться здесь не в чести. Тех, кто пренебрегает сухим законом, на линии не держат. Любопытно, что в некоторых метрополитенах СНГ официально существуют выходные дни после аванса и получки, но явно не для походов по музеям. В Баку до этого дело не дошло. Вообще об этом разговора быть не может. Ну, возможно, я не могу сказать других. Возможно, выпивать после работы. Вот. Но я думаю, это не такой уж большой, так сказать, это самый толчок для того, чтобы расслабиться. Можно и по-другому расслабляться. Достаточно сесть, закрыть глаза, немножко посидеть там. Это может и хватить. При том, что ежедневно метро перевозит до 500 000 пассажиров, это весьма закрытая, можно сказать, полувоенная организация. Здесь докладывают, рапортуют. Здесь носят форму, на погонах звезды, теперь восьмиконечные. Вот только звания в метро не присваивают, поэтому никто не знает точно, какое количество звезд что означает. Звезды вручаются по должностям. Заместитель начальника по безопасности Фуат Мусаевич Алекперов шутку называет себя метрополитеновским генералом. Форма в любой отрасли, она подтягивает человека. То, что ты можешь сделать, где-то допустить какие-то
не совсем хорошие, значит, в своем характере особенности, то форма тебя лишний раз призывает к тому, что этого делать нельзя. Поэтому, когда человек в форме, и пассажир к нему относится более осторожно, более внимательно, более послушен в многих вопросах. Вот мне кажется, что вот за столько лет, и кроме того, я вам скажу, да, форму, когда в форме много хочешь, не нужно особо много костюмов. 1-2 костюма хватит. Слово «метрополитен» произошло от названия компании, строившей первую лондонскую подземку. «Метрополитен» означает «столичный». Сейчас подземка существует примерно в 100 городах мира. Далеко не каждая, даже весьма развитая держава, может позволить себе это дорогое удовольствие. В этом смысле молодые государства СНГ, получившие метро в наследство от Советской империи, своеобразный феномен. После обретения независимости в Баку были переименованы 5 станций. Ведь в конце концов действительно сродни курьезам. Даже в Ленинграде не было станции «Аврора», а в Баку была. В остальном новая история бакинского метро – это история выживания. Ведь метрополитен – самый дешевый вид транспорта только для пассажиров. На самом деле лишь 1 метр простого резинового поручня эскалатора стоит $50. 1 вагон метропоезда обходится в 500 000. Откуда у молодого государства такие деньги? Ко всему прочему, 90-е годы омрачились целой серией терактов. 28 октября 1995 года бакинское метро попало в книгу рекордов Гиннесса как место крупнейшей подземной катастрофы. На перегоне Улдус-Нариманов в поезде сгорели и задохнулись 286 человек. Тому виной было множество причин, в том числе и кампания по сокращению штатов. По так называемому белорусскому методу были уволены красные шапочки, дежурные по перрону. Но работники метро уверены, что прежде всего это была диверсия. Расследование продолжается до сих пор, а значит, остается надежда, что когда-нибудь истинные виновные понесут наказание. Как были осуждены иностранные наемники, организовавшие взрыв на станции 20 января в марте 1994 года. Тогда погибли десятки человек, среди которых был известный азербайджанский композитор Рафик Бабаев. С тех трагических пор безопасность стала идеей фикс бакинской подземки. За станциями наблюдают полицейские посты и почти незаметные видеокамеры. Хорошее средство против диверсантов. Каждый работник, каждый пассажир знает, что при входе в метро его снимает камера и записывает на видео. Эта запись хранится 10 дней. Через 10 дней, если, дай бог, все хорошо, эта пленка снова используется для записи. Пассажиры. Работая во имя пассажиров, метрополитеновцы от некоторых из них сидеют не меньше, чем от аварий. Необузданные школьники и студенты, толпами спешащие на занятия или сон их, это местные кошмары и ужас. Удерживают двери, расписывают вагоны. К счастью, некоторым из них хватает ума написать полностью номер школы, класс, а то и фамилию. И тогда люди в синих формах с радостью посещают учебные заведения, рассказывая, во что может обойтись родителям графоманов косметический ремонт состава. Да бог с ними, с надписями. Бывает, поручни эскалаторов пытаются оттянуть и сдернуть. Зачем? Не понимают по молодости, что если эта 200-метровая резинка лопнет, то уж она хлопнет, так хлопнет. Словом, у машинистов без паровоза, работников машинных залов эскалаторов, работы достаточно. По крайней мере, радует, что ушли в небытие пятаки, которыми беспечные советские граждане так любили запускать вниз по лестнице. Когда у нас раньше было пятикопеечные монеты, они бросали, а эти монеты попадали под эскалатор, под ступени и вредили нам эскалатору. В последнее время у нас стали более дисциплинированы.
Про машинистов эскалаторов, работающих в постоянном шуме, шутят, что они не могут разговаривать тихо. Действительно случается. Нет-нет, да и заметит дома. Ну что ты кричишь? Мы все прекрасно слышим. Но авторитет метрополитеновца это не умаляет. Дома как относится, как я здесь работаю? Очень прекрасно. Даже у меня есть сын, который тоже считает дальнейшим поступить сюда на работу. В метрополитен. Дочка у меня метро работает. Да. Жена тоже метро работает. Моей семье можно сказать, что все метрополитенцы. Сердце метро – диспетчерское. Этих людей никто не видит, но от их опыта, от их реакции, наконец, попросту от их интонаций, зависит, насколько четко и слаженно будет работать вся подземная система. Быстро угадать, как же делать, чтобы быстро выйти из положения. Конечно, на плечи ложится очень большая ответственность. Да, но приятно осознавать, что ты руководишь вот таким большим коллективом и отвечаешь за сотни, за тысячи жизней людей. Позывной всех диспетчеров – медик. Почему, не знает никто, но такова традиция. В руках медиков находится все метро. Поезда, светофоры, стрелки, вентиляция, канализация, дренаж, эскалаторы, станционные часы и вообще великое множество всего. Работа, что и говорить, нервная. Да, это нервы. Ну, стараемся. Сложный режим работы метрополитена – ответ на вопрос, почему здесь так много трудовых династий. Когда жена или муж работает то днем, то ночью, да по 12 часов, не каждый супруг это поймет и выдержит. А у меня тоже муж работает здесь. Мы дома почти не так уж часто встречаемся. Он работает по другой смене, я по другой. Мои дети сейчас говорят, вообще-то, особенно маленькая, что я буду работать в метро. Ну, ответственность, просто нервы. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок работал. Смотря, может работать, но смотря в какой профессии, где именно. Но не только в диспетчерской. Трудно. Трудно, здесь очень трудно. Вот ночные работы особенно. Трудно. Дома я бываю, как правило, с 11 вечера до 5 утра. Работать очень тяжело. Работать, несмотря на это, очень интересно. Когда войдешь в эту колею, выйти из нее уже не сможешь, не захочешь. Я сам таков. Таковы же и мои заместители. Главный инженер, начальники служб. Можно сказать, что сегодня в метрополитене случайных людей нет. В метро работают 4000 человек, но основу составляют, конечно же, опытные ветераны, стержень метрополитена. Аксакалов, служащих подземному транспорту 25 лет и больше, осталось всего 188 человек. Для того, чтобы познать метрополитен, его все нюансы, его сложности, его условия работы, надо проработать 10 лет, чтобы быть настоящим метрополитеновцем. Сейчас эта шутка твердо утвердилась во всех службах метрополитена. Когда кто-нибудь заикается о чем-нибудь, говорят, ты что еще знаешь о метрополитене? Поработай 10 лет, вот тогда мы с тобой будем говорить на нашем языке. Ветераны-то и поведали нам одну из главных истин подземки. Работа в метро вовсе не заканчивается с прекращением движения. Наоборот, ночью-то все и начинается. Ночью тоннель предстает во всей своей романтической красе. Снимается напряжение с контактного рельса, включается освещение. На мотовозах по трассе разъезжаются ремонтные бригады.
Нахождение в туннеле имеет свои правила. Все обязаны надеть яркие жилеты и сдать удостоверение. Для того, чтобы не затеряться в подземелье и чтобы количество ушедших в трубу совпало с числом вышедших. На всякий случай, через каждые 100 метров в туннеле есть телефоны. Тоннельные ответвления ведут к двум очень важным частям подземной системы. Дренажные насосы не позволяют подпочвенным водам, иногда образующим целые реки, затопить тоннели и станции. А гигантские вентиляторы, включающиеся по мере надобности, обеспечивают метро свежим воздухом. Раз в месяц регулярно по тоннелю проезжают различные устройства, проверяющие надежность трассы. К примеру, странное сооружение под названием «габаритная рама» определяет, не провисли ли какие кабели, не может ли что-нибудь помешать движению поездов. Ночью тоннель чистится от коррозии. Ночью здесь производится одна из самых сложных работ – замена отслуживших шпал. Шпалы должны меняться раз в 19 лет. И в Баку их срок давно настал. Снимается 700-килограммовый рельс вручную, потому что ни один рельсоукладчик сюда не проедет. Скрывается бетон. А поскольку свежий бетон твердеет очень медленно, то за раз можно поменять только одну шпалу. В следующий раз этот же рельс придется снимать снова. И так, шпала за шпалой, ночь за ночью. К 5 утра во что бы то ни стало, мы должны завершить все работы, потому что в 5 поезда двинутся в путь от станции к станции.